Недавно сон такой приснился, что у меня под простыней ползает мышь. А прям я вот ощущал, вот она такая огромная, большая, такая пухлая. И вот прям ползает под простыней, и так вот. А я чувствую ее спиной. Это во сне все. Она так ползет, ползет. И я так, отодвигаюсь, думаю, как. Это же мышь, страшно касаться. Я такой двигаюсь, а она все глубже, глубже. Я так, а это я во сне. Тут я как бы ворочусь, просыпаюсь. Открываю глаза и понимаю, что это у меня вот так левая рука была. Она просто так сползала, и я так лежал. Это оказалась просто рука. Я бы мог просто дальше продолжить спать. Но я проснулся.